Провести время с пользой для здоровья, обрести новых друзей, научиться чему-то новому. Все это можно сделать в лагере дневного пребывания на базе школ. Это одна из массовых форм организации летнего досуга детей в Славянском районе. Вместе с ребятами, учениками школы номер 5 окунулись на время в детство и наши корреспонденты. Мы летим вперед с улыбкой, нас победа ждет. Преграды как преодолеть? Спять! Как на крыльях огня лететь? Ввысь! Но запевать они иначе! Песни! Время 8:30 утра. Все ребятишки в сборе. Вожатые лагеря и старшие воспитатели проводят для них веселую зарядку. После время завтрака. В течение дня детям предоставляется двухразовое питание. Завтрак, обед и обязательно полдник для пополнения запаса необходимых витаминов. Здесь педагоги готовят для детей разнообразные развлечения. Каждый день ребят ждет что-то новое. Дети, конечно, посещают у нас Северный парк, где у нас организовываются для детей развлекательные программы. При городском доме культуры тоже организовано. Будут посещать у нас запланировано Центр развития творчества с детьми. Там организовываются различные кружки, развлекательные программы. Также очень большой плюс, что дети посещают бассейн с удовольствием по отрядам. Завтра у нас отправляется второй отряд, был уже шестой отряд. Дети довольны. Все это, конечно же, оздоравливает детей. То есть мы пытаемся организовать на базе нашего лагеря детям интересную развлекательную программу. Ну и, конечно же, стремимся, чтобы дети, конечно, оздоравливались. В день, когда приехала наша съемочная группа, ребята рисовали мелом на асфальте. Главная тема – безопасность, а также что такое хорошо и что такое плохо. Все рисунки получились яркими, а главное – по-детски добрыми и наивными. Школьники очень довольны тем, что могут общаться с друзьями не только во время учебных занятий, но и в летние каникулы, которые занимают большую часть свободного времени. Мне очень нравится в лагере, потому что здесь, ну, мы гуляем в парке, ходим в разные места. Здесь очень вкусно кормят. Ну, и тут много друзей. Мы ходим в парк, играем, вкусно кормим, бегаем, занимаемся спортом. Ангелина Верченко говорит, что очень рада проводить летние каникулы в этом лагере. Удивлена разнообразием занятий. Отряд у нас очень хороший, дружный. Улыбка называется. Ну, мне тут все нравится, очень хорошо, тут отличный лагерь. Лагерь дневного пребывания для каждого становится отличным местом, где ребята получают пользу от общения со сверстниками и набираются сил перед новым учебным годом. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».